Бензопила, топор, вещи, хайджек, рюкзак, продукты. 3 часа ночи, едем в тайгу. Уезжаем в тайгу. А в лесу сразу начинается вода. В тайге всегда сыро. Месиво, да? Ну вот это жидкое. Все, приехали в завал. Едем подышать свежим воздухом, как говорится. 6 утра, светает. Такой вот завал на пути. Светло, звезды еще светят. По дороге уже давно никто не ездил. Все позаварило. 18 километров прошли-то нормально, а здесь уже вот начинаются завалы. Медведь там нарыл ям, сахатинные следы, вот лёжка какая-то. Едем на хребет. Дороги, можно сказать, нету. Смотрите, приехали в лес на рыбалку. Осенняя красота в тайге. Там по хребту ревет марал. Сейчас не слышно, но может быть запишется звук. Thank you.
Капелька идет. Старинная дорога. Идем по Царскому тракту.